Карагандинским зрителям представили фильм о жизни президента Республики Казахстан Нурсултане Назарбаеве. Путь лидера – продолжение первой ленты «Небо моего детства». Новая картина повествует о молодости главы государства, как начинался нелегкий трудовой путь президента в следующем материале. Мы знаем Нурсултана Назарбаева как президента, опытного политического деятеля. Ежедневно мы следим за работой главы государства. В этой картине мы видим амбициозного Нурсултана. Путь лидера начинается в городе металлургов Темиртау, где и показывают саму премьеру. В художественной картине молодой парнишка по приезде в Темиртау начинает работу по переработке металла. Этот период жизни можно назвать тяжелым для будущего президента и его соратников. В ленте подробно описывается тяжелый труд металлургов, в процессе которого не каждый мог устоять и ломался. Ребята, что это? В художественной ленте также описывается период обучения на Украине. Есть место и крепкой дружбе, и любви. Еще тогда молодой металлург не убегал от проблем, а искал пути решения. На примере фильма были и соратники президента, которые вместе с ним работали на производстве. На самом деле, то, что вот поколение в грязи ходили, это да. То, что молодежь была, немножко подрались, попили, это тоже было. Все это было реально точно показано. Мы вот видя себя, допустим, в своем возрасте, когда мы здесь были, когда строили, такие тяжелые времена мы, допустим, почувствовали себя. Мы проследились сейчас в театре, проследились действительно. У меня слов нет. А потому что все правдиво, что объективно, все показано. Лидер нашей нации таким, какой он был. Путь лидера не заканчивается на металлургическом заводе. По сюжету фильма показано, как поднимается вверх по карьерной лестнице Нурсултан Назарбаев. Какие дальнейшие цели ставит перед собой молодой парень. В ленте мы видим результат тех кропотливых усилий, кем он стал и какую роль сыграл в становлении государства. Бакытгуль Окасова, Аргын Умыр, Артем Ковалев, 5 канал.